clay, bone powder, and a drop of ichor. Just that was enough to make something mad. Если вы хотите установить русификатор на Moonscars и никогда не делали этого ранее, то первая часть видео для вас. Для того, чтобы загрузить русификатор, достаточно пройти по ссылке в описании и скачать все содержимое папки. Далее вам нужно будет найти исходную папку игры Moonscars. Она может немного отличаться в зависимости от того, где вы ее устанавливаете, но в целом она будет выглядеть примерно вот так. Далее вы просто перемещаете все скачанные файлы в исходную папку игры. Запускаете Setup, Repatcher and Autotranslator и ждете небольшую установку. Потом закрываете окошко. Все, что осталось сделать, это запустить Moonscars Patch and Run. Теперь игра будет запускаться полностью на русском языке. Если же вы уже устанавливали этот русификатор ранее и просто хотите его обновить, вам будет достаточно просто скачать папку Autotranslator. Далее вы просто заменяете папку Autotranslator, что уже находится в корневой папке игры, на новую. Это будет иметь смысл, если вы скачали русификатор одним из первых в начале февраля, когда я его только выложил. За этот месяц в русификатор было внесено много различных правок, от банального исправления опечаток до добавления и перевода парочки важных диалогов, которые ранее ускользнули от моих глаз. Помимо этого, пройдя по следующему пути, начиная с исходной папки игры, Autotranslator, Translations, RU, Text, Autogenerated Translations, вы можете и сами вручную редактировать перевод. Я постарался более-менее структурировать этот текстовый файл. Вначале там будут только предметы, оружие, обилки, локации, а ниже уже останутся только диалоги. На этом, в общем-то, полезная часть видео закончилась, остался только блок с выражением благодарности. Изначально, только выпустив этот русификатор, я немного переживал, что он не сможет толком распространиться. Но это оказалось не так. Яндекс по запросу Moonscars русификатор послушно выдает ссылку на мое раннее видео месячной давности, где я и объясняю, как этот самый русификатор установить в первый раз. Google, помимо прочего мусора, дает ссылку на мое другое видео с обзором Moonscars, но и об русификаторе в нем я тоже упоминаю. Короче говоря, спасибо за всевозможную активность под изначальным роликом. Ваш фидбэк действительно порой был очень полезен. Например, там пару-тройку дней назад я выпустил очередное обновление русификатора и случайно поломал шрифты, из-за чего у людей просто была какая-то билиберда вместо текста, и очень много людей там резво мне об этом сообщили, и я все на данный момент уже, конечно, поправил. На торрентах тоже лежит инструкция к моему русификатору, причем она выполнена даже немного грамотнее, чем моя текстовая инструкция, которую я публиковал в обсуждениях в Steam. В общем, спасибо вам за то, что мой великий труд не будет забыт. Ну и моя персональная благодарность за сотрудничество Лизе с Twitch канала Wannabe Loft, потому что она пробежала игру с, по-моему, самой ранней версии русификатора, в котором еще была куча ошибок, опечаток и прочей херни. И именно благодаря просмотру ее прохождения я, в общем-то, их и исправлял. Потому что самому мне пробежать там игру в четвертый уже, наверное, раз было банально тошно, чтобы все проверить. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всех отблагодарил, всех похвалил. Себя только не похвалил. В первую очередь, конечно же, я молодец. Но и вы тоже поучаствовали. Вы тоже приятные ребята. На этом откланиваюсь.